Добрый день, Дмитрий. Стоит ли сейчас заходить в фондовый рынок, покупая по и индексах фондов S&P, например, и так далее? Если нет, то каково время ожиданий и в чем держать деньги? Явно не рубли. Смотрите, значит, здесь ответа будет два. Хотя, ну, выберите любой, который вам нравится. Значит, мы недавно писали подкаст с Женей Коганом. Женя Коган все-таки человек, который э, на рынке работает постоянно. Доверяете, не доверяете его стратегии, это вот ваш выбор. Но по его мнению, мы с ним, честно говоря, разошлись в, во мнениях, он считает, что просад рынка будет в ноябре. Если честно, мне кажется, исходя из того, что здесь э, правительства всех стран, которые в момент кризиса просто тупо нарезали бумаги, то здесь проиграет тот, кто первый, как говорится, начнет дергать глазом. И по моим все-таки оценкам, поскольку все-таки расчеты всех компаний и все финансовые отчетности приходят обычно в феврале, я склоняюсь к тому, что изменения на рынке, ну, такие вот достаточно существенные, они в рамках каких-то прыжков, произойдут ближе к марту. То есть вот у меня склоняюсь к весне. И, но тут надо понимать, что это мой прогноз человека, который относится к фондовому рынку достаточно спокойно, достаточно взвешенно. У меня нет на рынке какой-то такой стратегии, избыточно агрессивный, я, я не отлавливаю мелкие флуктуации, поэтому это мой прогноз. Женин прогноз, подчеркиваю, ноябрь. Поэтому вот выбирайте. Я бы, честно говоря, сейчас э, держал бы деньги, вот если вы хотите все-таки поиграться в индексные фонды, я бы, ну, временно, может быть, вошел, вышел, потому что, на мой взгляд, будет продолжаться рост накачки деньгами. Но пометую, что может в любую секунду происходить обвал. Вот это вот как раз та самая такая очень тонкая стратегия, когда в какую секунду может обвалиться, знаете, как периодически земля, знаете, вот обваливается раз, и надо успеть с этого момента спрыгнуть. Либо все-таки вот более консервативная стратегия, которую я бы рекомендовал бы, я бы остался бы, например, в какой-то в долларе и ждал бы обвала рынка куда более существенного, предположим, ну, если, например, ошибается и Коган, и Потапенко, что это будет чуть позже. Доллар — консервативная такая бумага, которая все равно будет расти вне зависимости от. А когда произойдет обвал уже, если у вас хватит, как говорится, будет, вы, вы будете крепки, э -э соответственно, с остальным... с, -с, -с, -с стальным э -э междометием между ног, скажем так, то можно будет входить уже в какие-то фонды. В противном случае я бы не, как-то не дергался. Поэтому здесь я вот был бы очень аккуратен. Что сейчас время такое турбулентное, и вот эти полгода, там, условно говоря, либо ноябрь, либо может, март, ну, я бы вызвал, выбрал, выбрал бы какую-то консервативную стратегию. Если вы, конечно, биржевой игрок, именно игрок, ну, тогда пробуйте. Потому что, на мой взгляд, еще будет расти. Но без гарантий, сразу могу сказать.